Перед описанием этой части турецкого путешествия я плотничком покушал, а вот вы-то нет. Ну тогда крепитесь. Турция сезона 2011 сладка как никогда. И не только потому, что уральское лето вернулось в привычные уральские рамки. То есть то холод, то жара, не знаю как вы, но я еще в воду в этом году не лазил. А в Средиземном море вот уже третий месяц подряд плещутся магнитогорцы с прямым вылетом из нашего ненаглядного. Но Турция этого сезона сладка еще и тем, что в пегасовских списках действительно лучших появились отели «Гурал». И о них поподробнее. Тот, кто отдыхал в Алибеях, может свысока смотреть на всех тех, кому типа трешка европейская лучше. Это, извините, треп фраера, обиженного судьбой. Настоящий хозяин отдыхает, ну хоть иногда, в отелях, которым нет равных. И уж точно в большинстве стран мира. В этой сети есть то, чему позавидуют Эмираты и Гавайи. Потому что номерной фонд на уровне пентхаузов и вилл. А вот со жрачкой, извините, никто не сравнится. И вот сейчас попросите, пожалуйста, бутерброд, хоть какой-нибудь, иначе будет не в моготу. Турецкая кухня, как утверждалось неоднократно, является лучшей в мире. Культ еды у турок – это часть национального колорита. Естественно, мультинациональный all-inclusive большинство отелей не может его повторить. И для ощущений оного потратьте 20 баксов на двоих и покушайте в Анталии настоящего турецкого. Либо все-таки в Гурал. Да потому что это просто невозможно представить себе, чтобы вся поварская книга средних размеров была на столе. Из рыбных яств не хватает только черной икры, а все остальное есть. При этом все сегодня это и малосольная, и копченая семга, томленый тунец, макрель и корюшка. Ближайший родственник осетра – акула, паштет из рыб, и это часть всего. И кто сказал, что в искусстве делать колбасу рулит только свинина? Да здесь баранина сырокопченая и просто копченая, и телячья вырезка. Хлопцы – это только два вида холодных закусок. Я напоминаю, это новый отель «Гурал». Количество горячих блюд – и это тоже что-то с чем-то. Ну а что был понятен масштаб? 12 10-метровых столов шириной по 3 метра, в трех уровнях, плотничком уставленные всевозможными сладостями, яствами, соленьями, вкуснятками, очумлятками, ам-ням-нямками. Авах! Если брать аналогию, то ресторанная зона – это как пещера Аладдина с хавкой. И честно, а-ля-карды здесь – это уже излишество, хотя вот там-то есть и черная икра. Вообще-то я рекламирую магнитогорские рестораны. Но отдельные товарищи, извините, заедаются. Поэтому говорить про магнитогорские рестораны, после того, как я им оказал массированную информационную поддержку, мы больше не будем. Вот про новый отель. Алибей Гурал Премьер. Что в Текирово? Новый отель. Вообще Алибей такие взрослые отельчики. И вот на этой тарелочке только 30% того, что лежит на одном столике. Ну и на этом то же самое. Съесть все бесполезно. Я попробую, протестирую, что это такое. Кстати, дивный совет. Это для тех, кто первый раз приезжает в All Inclusive. Вы понемножку накладываете, а то получится, как у Максима. Ну так начнем. А, да, кстати, про содержимое этого стола. Сыр с плесенью. Ну, знаете, сколько стоит, да, килограммчик у нас? 500 рублей. Теперь я понимаю, почему это стоит. Очень вкусно. Так, это все паштеты собранные. Там еще колбаски были. Специальные, фирменные. Так, вкус сыра. Нежный, сливочный и с солью. Рыбный рулетик. И закинем туда, не знаю, что такое, честно. Печеночный паштетик. Очень вкусно. И реально здесь в Алибее приготовлено просто ум отъешь. Что это такое? Желтенькое. Это кукурузный холодец. Вот. Ну, естественно, как же нам без рыбки-то? Так, кстати, для рыбки вот мы еще взяли чисто рыбный блюдос. Это тунец. Какой тунец? Настоящий, а не из консервов. Это не знаю, что такое.
Я вообще не знаю, что такое. Ну, вкусно. Да. И еще одна рыбка. Теперь считаем. Поездка сюда. Ну, примерно 130 тысяч. На двоих. То есть ништяк, да, условия? И, честно говоря, вот здесь эти деньги можно и проесть. Ну и, естественно, пропить. Да. Все хорошо. Только я вот не взял для супа ложку. Видимо, от волнения, от изобилия блюд. Еще один курьез приключился. В одном из самых дорогих, самых новых отелей Турции Максим, то есть я, что бы вы думали, взял покушать. Ну, ностальгия замучила на третий день. Простите уж меня. А так вообще, такой маленький тоже совет. Когда идете вдоль рядов изобилия, вы читайте, там по-русски тоже все написано. И название блюд, и название соусов. И ложку, пожалуйста, не забывайте, все-таки для супа. Вот видите, что не сделаешь ради искусства. Я вот здесь с петличкой сижу, не отвязаться. А Алексей с камерой принес мне ложку. Спасибо тебе. И этот вот мой напарник по туристической поездке, он не ошибся, когда сказал, что 130 тысяч на двоих стоит проживание в этом отеле. Дело в том, что отель новый, и для того, чтобы привлечь посетителей, может быть, и постоянных клиентов потом, в будущем, он сделал сейчас специальные цены, так что имейте в виду, в этом году, наверное, стоит, ну, немножко поднапрячься, взять кредит или еще что-то придумать. Но стоит съездить за такие деньги в такой отель.